Сэмса. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. Лейтенант Кириллов, Ковальский here. I need you to escort the Major. Major, the mercenaries are in position. Look, there's another group. Let's see which one of them is the messenger. The targets are by the main entrance. First target eliminated.
Sergeant Major. Holster your weapon, would you? We'll both shoot you. You have my word. Главное не дрейфить. Не дрейфить, да? Тогда все живыми отсюда выберемся. Ничего. Я им так просто не дамся. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. И допрашивали. Люди говорят, у вас автомат есть. Брешут. Люди говорят, у вас пулемет есть. Брешут люди. Люди говорят, у вас танк есть. А вот чего нет, того нет. Знал бы, что так обернется. Черт, аж два бы сел в вертолет. А пусть бы и разжаловали, мне похрен. Среди людей зато, а не здесь, в зоне этой проклятой. Lieutenant Kirillov, Kowalski here. I need you to escort the Major. Major, the mercenaries are in position. I'm guessing the one by the main entrance is their leader.
Look, there's another group. Let's see which one of them is the messenger. Major, holster your weapon, would you? We won't shoot you, you have my word. Анекдот цивильный. Говорит как-то генерал рядовому: «Я так вижу, рядовой, ты что-то охрененно умный». Тот такой: «Кто я? Ну так не я же». Вот, накачивали на штабные, накачивали. Нет, мол, ничего хуже сталкеров. Ага. А сами? Как отсюда посмотришь, так некоторые штабные суки мутантов за пояс заткнут.
Я так чувствую, с пяток килограммов я уже тут того. Достало. Как меня все достало. У нас во взводе один был, так тот как отмочит. Вот, например. Трючит, короче, командир блокпоста срочника по уставу караульной службы. Слушай сюда, Иванов. Стоишь ты, значит, на посту ночью. Вдруг видишь, к тебе что-то темное подползает. Твои действия. Так это... Вас, товарищ командир, домой отнесу. А если бросили нас? Вот так вот взяли и списали в невозвратные. Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил. Да патронов хватило. А так прорвемся. Короче, слушайте. Солобон в вещевке жалуется. Товарищ прапорщик, а чё мне фигню какую-то выдали? Штаны до колен, рубаха болтается, а рукава короткие, берцы вон сами слетают. Я тут в зеркало посмотрелся, страшно стало. А прапор ему: все путем, солдат, все как надо. Запомни, мы должны внушать врагу что? Правильно, страх. И, блядь. Достало. Как меня все достало. Учтена каждая мелочь, мать их штабные. Это считается хорошая подготовка, даже из 10 только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили. Короче, анекдот приличный. Говорит, как ты сказал и того. Я так и не знаю, что это охрененно плохо. Ну ты да. Главное не дрейфить. Не дрейфить, да. Тогда... Все живыми отсюда выберемся.